юбочку потянули, юбка у нас не бесконечная, она где-то там уже за попу закончилась. Мы можем уже дальше ее не можем прыгнуть, мы же можем ее чуть-чуть еще приподнять вверх, собрать к себе. В сторону, чуть-чуть вверх, к себе. В сторону, чуть-чуть вверх, к себе. В сторону, чуть-чуть вверх, к себе. Пам-пам-пам-пам. 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 Мальчик. Мальчики у нас мужики. Вот если мальчик у нас мужик садит, то мальчик в руби, мужик в квадрате. Вот надулся, напыжился, вообще показывает максимально, что мужчина со всех сторон прям вот лезет, гормоны везде. Локоточки. Даже вот вывернуты чуть больше вперед. Да? А здесь кисти. Забывайте, мальчики, про то, что они у вас вообще существуют. Вот эти вялые лапочки, которые в первую очередь встречаются часто на танцполе, когда люди пытаются танцевать руку. В том случае. Мужик. Мальчик у нас. Показывает, что вот он уже мужик. Я с вами начинаю, что на начальных занятиях по руке вот, проще всего сообразить, что руки делают мужчины. Посмотрел на часы. Посмотрел на часы. Он потом учится на этом. Маленький, пока мы не начали, да, вот это дело,
шесть, семь, приготовились и пошли уже правильно, цельно, красиво. Вот сейчас попробуем просто без музыки. Базовый шаг, базовый шаг, базовый шаг. Пять, шесть, семь и раз, два, три. То же самое. Выровнялись. Да, вышли из другого положения, другого низкого обезьяния. Выровнялись, приподнялись. И на раз уже пошли не вот из обезьяны какой превращается в человека, да, а заранее уже сделали эту магию и пошли. Мало, пока не быстро. Сейчас получается 4 раза мало. Да. Да, сразу равно ровно. Да. Не быстро, да? Да, 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 сейчас уже будет очень проблемно.